проект «Шаг в будущее» инициировала общественная организация «Радуга», в которой состоят сотрудники детской художественной школы города Слободского. Суть проекта – ремонт тротуаров от остановочного павильона у дома 86 по улице Советской и по нечетной стороне улицы Пушкина до улицы Екатерининской. В нашем старинном городе появился замечательный детский парк. Но, к нашему сожалению, дорога к детскому парку, тротуары отсутствуют полностью. Наша организация решила решить этот вопрос. К тому же и у нашей школы художественной, сейчас этого, конечно, не так видно, но было бы сейчас лето, вы бы увидели, какое здесь деформированное старое дорожное покрытие, то есть тротуар очень выглядит в плачевном состоянии. В рамках проекта заменят все бордюрные камни, заасфальтируют тротуар и сделают дополнительные дорожки около памятника Ленину. Для удобства пешеходов от здания детской художественной школы до детского парка по обочине дороги на улице Пушкина построят новый тротуар. Таким образом, взрослые дети смогут безопасно передвигаться. Наши юные художники, спеша на занятия, вынуждены перепрыгивать через лужи, через ямки, смотреть под ножки, чтобы не упасть. И дети, спеша в детский парк, вынуждены идти по проезжей части. Это, конечно, очень большая проблема для нашего города. Мы надеемся, с помощью нашего проекта эта проблема будет решена. Стоимость проекта «Шаг в будущее» – миллион. С населения необходимо собрать 107 тысяч рублей. Только в этом случае проект будет реализован. Я надеюсь, что с нашим проектом «Шаг в будущее» мы поможем нашим деткам безопасно добираться до нашего учебного заведения, посещать детский парк, не ходя по проезжей части, по хорошим тротуарам, делая небольшой вклад в будущее наших детей, мы делаем большой шаг навстречу их безопасному детству. Мы надеемся, что жители города не останутся равнодушными к нашему проекту, откликнутся, помогут нам в софинансировании. Деньги необходимо собрать до 28 февраля. Все средства, полученные от слобожан в качестве софинансирования, поступают в бюджет города. Перечислить денежные средства в поддержку проекта может каждый желающий через любое отделение банка по реквизитам, указанным на экране, либо наличными представителю инициативной группы Ольги Черных.